В эфире «Стройгарант Анапа». Здравствуйте! Мы рады вас приветствовать в жилом комплексе «Жемчужина». Это поселок Цибанабалка. 12 километров до Анапы, рядом море, всего 7 километров. Это география. И сегодня вас познакомим, наверное, с самым большим домом, который есть у нас. Дом 145 квадратных метров. Дом, который имеет свою изюминку. И с этим мы сегодня познакомимся. Дом находится в свободной продаже в чистовой отделке. Отсыпка уже имеется для автомобиля, для тротуарной дорожки. Дом выполнен из кирпича, декоративные элементы, обязательно отмостка вокруг всего дома. Ну и отметим, что кирпич считается вот из отделки одним из самых долговечных. Большой дом. Давно мы не снимали такие обзоры, поэтому прямо сейчас заходим вовнутрь. И насколько мне известно, здесь дом строился сразу под заказчика. Несмотря на то, что он сейчас в продаже находится, здесь полная перепланировка от проекта. Да, удивляет. Такие дома мы не снимали. В проекте он смотрится по-другому. Мы на протяжении всей программы будем показывать проект оригинала дома. Но здесь было принято решение заказчиками, что стен вообще нет на первом этаже. То есть коридор, который около 4 квадратных метров, должен быть отдельный. То есть здесь в оригинале должен быть вход. По левой стороне от меня здесь первая спальная комната. То есть я виртуально сейчас прошел через стену. Из этой комнаты мы попадаем в коридор, попадаем в санузел. Это, наверное, единственное место, которое у нас осталось без изменений. Здесь тоже выполнены все отделочные работы. Ну, плитка, душевая кабинка уже тоже выложена. Главное место в доме, да как же без него. Сантехника подведена, даже вон уже ручки выставлены для того, чтобы просто поставить раковину и можно уже прям пользоваться. Ну, здесь все в классике жанра, здесь все в стандарте. Опять же, первый этаж, видим, что его держат тут несущие две колонны. Нашу армированную, как бы, монолитный потолок, да, во всех домах у нас двухэтажных именно такой. Что здесь должно быть? Вот здесь изначально по проекту должна быть кухня с выходом на террасу. Терраса более 20 квадратных метров, но перепланировали и кухню перенесли уже в спальную комнату. То есть я сейчас представляю себе, что я хожу сквозь стены, да, по изначальному проекту. Кухня будет здесь. Но насколько интересное решение, но во всяком случае оно нестандартное. Но я не знаю, если у вас большая семья, то вот здесь вот на первом этаже можно собираться и жить на втором этаже, потому что там целых 4 спальные комнаты, а должно быть в изначальном проекте 3. Как это выглядит, прямо сейчас узнаем. Поднимемся по лестнице. Винтовая хорошая лестница, но второй этаж, полная перепланировка. Поехали. Касаемо лестничного марша, ну, просторный, свободный, предусмотрены проходные переключатели, в доме, конечно же, все коммуникации, теплый пол, электричество, водоснабжение тоже есть. 4 комнаты, полная перепланировка второго этажа тоже. Здесь должна была быть гардеробная, но решили ее заменить или за счет этого сделать побольше. Санузел, ну, достаточно в неплохом цвете он здесь выполнен. Ну, почему-то он здесь так вот отдает какой-то Италии, такой провинциальной Италии по оттенкам. Просто в пиццерии был недавно такого стиля, вот похоже, напоминает. Удобно, но отмечу, коммуникации есть, осталось поставить санфаянс и можно жить. Но, наверное, самая привлекательная комната в доме, одна из спальных комнат, та, которая имеет выход на балкончик. Такая комната романтиков, но их 4, опять же отмечу, для большой семьи. Электричество, ламинат, натяжные потолки, все в лучших традициях компании «Стройгарант Анапа». Радиаторы тоже имеются в каждой комнате, но вот это, наверное, самое интересное, потому что тот самый балкончик, куда хочется выходить и выходить и смотреть на жемчужину. Прям настроение другое, когда выходишь из комнаты вот на балкон. Вот серьезно, я прям переключился на что-то спокойное. Остается только поставить здесь перегородки. Опять же, по вашему выбору, они могут быть разные. Кованые, могут быть закрыты, я не знаю, сотным поликарбонатом. Прекрасное место, ну, читать книгу, листать соцсети, смотреть наши программы канала «Стройгарант Анапа», да, на YouTube. Ну, в общем, все что угодно. Ну, приятно и хорошо. Но еще отмечу, что в данном доме, конечно же, подведены все коммуникации. Здесь центральное водоснабжение, индивидуальный септик. Ну и касаемо электричества, оно тоже здесь есть. 15 киловатт. И, кстати, дом находится в первой очереди, то есть практически в самом начале нашего жилого комплекса.
Ну, есть особенность, есть уникальность, есть изюминка у этого дома. Так что выбирайте, смотрите, дорогие друзья. Дом находится, напомню, в свободной продаже. Заезжай, живи, можно приехать посмотреть. Так что звоните, пишите, ставьте лайки, задавайте нам вопросы в комментариях, мы обязательно ответим. Дом 145 квадратных метров. Самый большой, самый интересный в крутом поселке. Жемчужина Цибанабалка. До новых встреч. Пока. Уверен, что внутри там нас ждет много сюрпризов. Ты такой знаешь? Не, я туда не пойду. Там нет стен, ребята, вы не поверите, в этом доме на первом этаже нет стен. Я не был к этому готов. Их реально нет, я не знаю, что говорить про этот дом. На сегодня все, пока.